Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я рассматривал тикеты на Сабишок. И это означает, что это новая серия модерации на проекте. Читеры, токсики, честные люди, все это будет в этом ролике. Спасибо большое каждому за лайки, потому что вы ставите их, и канал развивается, и вы это можете увидеть по последним роликам. Для тех, кто не знает, Сабишок — это сетка серверов по CSGO. У них онлайн по 3-4 тысячи человек, и, понятное дело, там есть читеры. Для этого существует и модерация. Каждый игрок имеет право написать тикет в чате и отправить жалобу для модератора. Модератор приходит и вживую проверяет эту жалобу. И сегодня я буду именно этим человеком. Давайте приступать. Ну что ж, начинаем. У нас есть уже большое количество тикетов, репортов, и пришел прямо сейчас. Мут, дайте в чате тип спамит. А что он пишет? Держишь зонтик, тебя обоссали. Он неплохо так спамит. Тебе на другом сервере выпили. Ну иди пососи. Да, я уже вижу, что чел спамит. И я бы понял бы, если это было бы редко. Я бы прямо сейчас вызываю на общение. Привет, дружище. Дружище, добрый день. А, он не хочет выходить на контакт. Ну хорошо. Так, я сейчас выбираю этого парня. Я даю ему бан на 6 часов именно для общения в чате. На сервере он может играть дальше. Так, мне интересно, игроки что-то скажут. Шок, распишись, ПЖ открыл стенку. Я говорю на будущее. Если вы нашли меня на Сабишоке, то, пожалуйста, не просите роспись, потому что я не расписываюсь на этом проекте. Я просто играю. Нарушитель был наказан. Закрыть репорт. Идем дальше. Читерство АИМ. Паблик номер 3, у нас тут игрок по имени Кей, 228 часов. АИМ, какой у нас тут счет? 2-5, ну какой АИМ, ребят? Три противника сейчас у нас на шорте. О, АИМа точно нет. Ай-яй-яй, куда он стреляет? Противник в ладере. Не, ВХ нету его. Ай-яй-яй, какой ужас. Не, ну... О, господи, как ты это делаешь? Я даже не буду досматривать этот раунд. Читов не найдено. В пустой АК КД выше двух делает вантапы. Вот это уже интересный тикет на самом деле. Аккаунт очевидно новый. Угу, так. Пока нормально. Смотри, ебаное окно чекать будет. Там два тела, ебаный чек на окно. Но он в каком-то киберклубе. Ладно. Ебаная мразь, сука, минус 57 нахуй дал. Так, я сейчас проведу с ним беседу небольшую. Пожалуйста, можешь меньше оскорблять людей? Я следил за тобой 3 раунда, и это просто нечто. Очень много мат. Ну, можешь спокойнее играть, пожалуйста. Понял, хорошо. Давай, в хороших играх. Выдано предупреждение, закрыть репорт. Вы замечаете, что слева добавился один пунктик. И да, это лидерборд. Мы сделали обновление, и теперь на CSGO режимах на Сабишоке есть свои звания. Вы можете играть много десматча и повышать свой ранг. Также на ретейке классики и так далее. Но на развлекательных все по-другому. Если вы любите сюрф или хоп, то играйте именно у нас, потому что за каждую пройденную карту вы получаете очки. Вот, к примеру, я прошел на сюрфе 52 карты. Но есть идеальные какие-то люди, которые прошли 900 карт, на бхопе 917. Совсем скоро у нас будет серия турниров, и именно по этим званиям мы будем отбирать игроков. А если у тебя не будет этого звания, то ты физически не сможешь принимать участие. Поэтому ценность этих званий не только в картинке. Дуэли 2 на 2 АИМ. Люди потратили время, написали тикет, написали слово АИМ, потратили по-настоящему свою энергию. Могли отыграть раунд. Ну, посмотрим, стоило ли это того. АИМчик, смотрим, какой у нас тут АИМ. Тут АИМа нет. Здесь, к сожалению, его отсутствие. Давай, покажи свой АИМ. Супер, читов не найдено, закрыть репорт. У него магнитит в голову. Бывает и ВХ. Возможно. Вот это интересный тикет. Нарушитель у нас человек по имени Аркос с лайт подпиской и 500 часов на проекте, 100 тысяч киллов. 1500 L, 133 КД, скин ченджер настроен на 14%, конфига нет. Вот был бы конфиг, я бы даже не заходил бы проверять его тикет. 2000-е место на проекте. У него магнитит в голову. Да он хорош просто. Он 3 раза получает тикеты, и все эти 3 раза про читерство. Вот сейчас был 4-й. Магнитит в голову. Магнитит в голову, только не у него, а у Кирюши. Есть Тейрс. Наводка. Магнитит. Но не в голову, в тело. Магнитит. Вот тут, кстати, был магнит, очевидно. Вот здесь должен быть магнит в голову. Магнит в тело опять.
Первый есть. Ладно, я решаю, что магнита, к сожалению, здесь нет. Контента нет. И мы можем уходить с сервера. Читов не найдено. Закрыть репорт. Играет с итами. Вот это уже интересно. Это не чит, это что-то новенькое. 1 в 2. Сейчас мы увидим 100%, есть что-то или нет. Потому что он должен показать свой максимум, чтобы выиграть клатч. Моба стоит под него. И прямо сейчас он... Читов не найдено. Спам оскорбления, принять тикет. А, так, что у нас тут? Пососал, идиот и тупой дубище. Ладно, зайдем, решим вопрос. Хорошо, я только что был на этом сервере без записи и... На него был репорт. Я его предупредил, что так не делай, но ему все равно. Я это делаю. Плеер, оскорбление, 6 часов. После твоих слов я его обязательно предупредил. Нарушитель был наказан. ВХ АИМ. Какие, вот такие однотипные просто тикеты, кошмар. Ладно, ВХИ, ну дайте настоящего хоть одного. Так, ну судя, кстати, по его никнейму, аватарке и всему подряд, чит, возможно, реально есть. А здесь у нас 0 часов, Польша, премиум лайт бесплатно взял, инвентарский чейнджер, ничего нет, в стиме у него часов CSGO. А, это вообще аккаунт создали только что, вот миллисекунд назад, наверное. Сейчас мы проверим его компьютер. Но я уверен на процентов 90, что я не туда смотрю, что это обход блокировки, и у него уже есть щит. Потому что так создать аккаунт и сразу зайти к нам, это надо уметь. Можно вопрос задать, почему, ну, для чего вы создаете так много аккаунтов? Ну, заходить играть с премкой бесплатной на сколько там? 15 часов. Ой, господи, какой ужас, какой ужас. А вы когда-нибудь обходили блокировку вообще на нашем проекте или нет? Ну, блокировку нет, мут, да. По правилам он ничего не нарушает, правильно? То есть то, что он создает аккаунт, да. Ну, тогда что остается? Составлять его? Ладно. А спонсор этого ролика — сайт CSFail. И в последнем обновлении они выпустили свой Battle Pass, где вы можете выполнять миссии, челленджи и получать за это бесплатные скины. Задания делятся на общие, ежедневные и еженедельные. За каждый уровень вы получаете скин, а всего их 60. И поверьте, добраться до них не так уж и сложно. Одно из заданий — это написать в чате «хорошего дня». И все, вы получаете за это очки. Ну а также в краше теперь возможны ставки через баланс. Появились автоставки, и вы можете получать бонусы на сайте за то, что вы поставите логотип CSFail у себя на аватарку в Steam, либо в никнейм. Ссылочка на CSFail будет в закрепленном комментарии, ну а также на промокод, который даст вам 40% к депозиту. Так, у нас тут очень серьезный тикет, кинул его Моноси на DMNT5. Софт, админы, хуй-глоты, вы вообще работаете? Мы покажем ему то, что да, мы работаем. Мы заходим. 1 в 3. Мимо. Мимо, мимо. Ну, ладно. Не будем делать поспешные выводы, смотрим дальше. Ай, как плохо. Ничего особенного. Совсем ничего не показывает. Его зачем-то зарепортил Моноси. Выборку читов не найдено, и мы закрываем репорт. Хотя так написал, как будто мы просто в говне каком-то. Да нет, у него читов. Ну, зачем хейтит-то нас? А им... Вот секунда прошла после тикета, и они нам скажут то, что мы плохо работаем, присоединиться. 52 на 8. Кто его зарепортил? Бот? Его чуть бот не убил. Кого вы репортите? Его боты убивают. Кого вы репортите, ребятки? Читов не найдено. Закрыть репорт. Идем дальше. Новый аккаунт и ставит пи***а. Вот я надеюсь... То, что это тот, кто нам нужен. Да, это лайт подписка, это 1 час. И этого полега. Давай, хочу забанить хоть одного. Счет у него сейчас 12-18. Он в минус КД играет. Давай, новый аккаунт и ставит. Ну не может читер играть со счетом 13-20. Это просто потраченное время. Читов не найдено, выдать репорт, закрыть. Читерство, читерство. На паблике 35. Давайте проверим. 54 часа у парня. Steam у него заполнен и очень много сыграно в CS. Но читерить просто невозможно. Хотя в комментариях пишут минус рэп. Но ладно, не верю в это. И у Макса КД 8-1. 8 КД, алло, молодой человек. Наконец-то что-то интересное. Хорошо. Так, Макс очень аккуратно подходит к яме. И... возвращается. Флешка, шикарная флешка, убивай.
Хорошо, но не в голову. Читов не найдено, закрыть репорт. Так, я уже просто на спид ранее все эти тикеты проверяю. Я все еще верю, что мы попадемся на читера. ВХ. 222 часа. Неплохо, неплохо. Я рад, что их нет. Но контента мало из-за этого. Читов не найден. У него АИМ 1.40 кд, 72% хедшота. Трэш. Ладно, я зайду, проверю на всякий случай. Ну что ж, АИМ, алоха, давай, показывай. Это было что-то. Это было что-то. Это было что-то. Это было что-то. Check for shits. Алоха. Давай, иди ко мне. Привет, алоха. Ты вызван на проверку компьютера. Алоха отказался от проверки и получил бан на 3 месяца. Ой. Ну ладно, зато нарушитель был наказан. Да, сегодня у нас было читеров не так много, а точнее два. Один по обходу блокировки, а второй настоящий. И что я могу сказать? Это круто, это весело, прекрасно и чудесно, что читеров становится меньше на проекте. Но с другой стороны, не было контента с этой гребаной проверкой. Но и это пофиг. Лучше, чтобы на проекте не было бы ХВХ. Спасибо большое каждому, кто играет на Сабершоке. Спасибо каждому, кто смотрел этот ролик. И спасибо каждому, кто поставил лайк и ждет следующий выпуск проверки модерации на Сабершок. С тобой был я, Эрик Шоков, и я с тобой прощаюсь. Пока, дружище, и спасибо, что ты здесь.